четверг в Самарской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем минус 7, минус 9 градусов, ночью 9-11 ниже 0. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани переменная облачность, в светлое время суток минус 8, в темное минус 9 градусов, восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем минус 7 градусов, ночью 9 ниже 0, юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем минус 8 градусов, ночью 9 с минусом, восточный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.